Кто перед вами находится? Я обыкновенно такой же, как вы, магнитогорец. Я такой же житель России. Я такой же постсоветский человек, как и вы. И ничего такого во мне нету. Я такой же обыкновенный крендель, как и вы. Мало того, как бы у меня также возникают большие-большие проблемы. И проблема возникает у меня в том числе и с машинами, в том числе. Потому что без этого никак невозможно жить. К сожалению, я не могу все это делать по телевидению. Потому что телевидение — это типа коммерческая структура. Но, к сожалению, а точнее уже к счастью, мы говорим про то, что у нас есть замечательный интернет. И где я в реальности могу сказать, что тот, кого я показываю сейчас, конченый чудак. Роман Хакимов, ты хороший, наверное, человек, умеющий не только чинить машины, но и работать в теплификации. Но, Роман, более и никогда не говори, что ты спец по автоматам. Никогда этого не делай, и люди к тебе пойдут. Зачем вы залезли в Авенир, и он не едет на первой? Зачем распотрошили и почти собрали коробку на Форде Таурус, так и не устранив дефекты? Зачем разобрал мерседесовскую коробку, баран ты эдакий? Зачем? Не умеешь, не берись. Зачем у тебя машину рухнули, и ты не сделал ее, а? Вам такое нравится? Ну берите такого. Вам такой сервис нравится? Ну едьте к нему. По-моему, это не совсем сервис, а кидалово. То бишь, он не сделал ничего. Не сделал ни Nissan, он не сделал ни Форда. Он не сделал ни моего Мерседеса. Мало того, моего Форда еще там прибили, понимаете? Он стоял спокойно, ждал, когда в конце концов снизойдет на него, боженька, и кто-нибудь с ним... Да не было такого. Он стоял, и внезапно его ударили. А после этого мне сказали, что я косяк. То теперь другой вопрос. И вопрос прежде всего к вам, господа телезрители, точнее интернет-зрители, потому что, как вы прекрасно понимаете, телевидение уже все. Я туда никак не могу проникнуть, потому что... А почему? Ну, потому что это коммерция. Коммерция, знаете, где мне сидит уже? Вот здесь мне сидит. Здесь эта коммерция мне сидит. Мне она надоела, честно. Я прекрасно понимаю, что нормальное телевидение, оно может, извините, и приласкать, и так дать прокакаться. Так вот, я даю прокакаться. К сожалению, это не по интернету. Точнее, это не по телевидению, естественно, а по интернету. Теперь возникает другой вопрос. В связи с тем, что меня в действительности очень много смотрят, у вас возникает такая же проблема. Как меня найти? Проблема решается очень просто. Мой телефон 8-952-526-68-65. Вы можете ко мне обратиться. Мы с вами сделаем замечательный сюжет о том, что какие-то мудаки общаются и очень плохо с вашими автомобилями. Кто-то их не делает, кто-то бодается. И вот с этими делами мы и пойдем дальше. Потому что телевидение в том структуре, которая должна была быть, да, оно на... У нас в Магнитогорске и закончилось. Вот так вот. То есть нормальное телевидение — это, извините, только Москва. А другое пока запрещено. И то московские сюжеты все идут по строгим контролям, и ничего далее не пройдет. Тем не менее, мы это делать и будем делать, и это сделаем вместе с вами. Каким образом? Позвонили мне, мы сделали сюжет и показали. Рано или поздно, все начнут понимать, с кем работать в этой жизни, а с кем нет.